Всех приветствую на канале Урожайный сад. В сегодняшнем видео я покажу еще один способ дать полезную подпитку всем цветам в весеннее время. Данная подкормка простимулирует рост и улучшит цветение, сделает его более ярким и продолжительным. Она поможет восстановить ослабленные цветы после зимы, поможет избавиться от хлорозы и других проблем. Подкормка заключается в использовании цветочного меда. Мед – это очень ценный продукт, который содержит множество витаминов, минеральных веществ и глюкозу, которая для растений является энергией для роста. Хорошо на подкормку отзывается герань, фиалки, орхидеи, а также можно подкормить и другие цветы. Чтобы сделать подкормку, нужно развести в 1 литре воды 1 чайную ложку меда. После хорошего растворения меда нужно сделать полив под корень. Такую подкормку весной можно давать цветам раз в 2 недели. Надеюсь, данное видео вам было интересным и полезным. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.